Вот такой вот мопедик на обзоре. 125 кубов. Это Suzuki Address. Из новых. Четырехтактный двигатель. Вот такой вот по комплектухе. Здесь японская резина еще живая. 22-й год, 46-я неделя, что ли. Dunlop. Ну, прям еще мягкая, хорошая. Масло здесь заливается 950 миллилитров. Четырехтактный он. Ножки пассажира есть. Алюминиевые. Ну, они типа были, наверное, в резинке какой-то. Она слетела, что ли. Скутер взял без пробега по России. За 150к. Со слов продавца, он 15-го года. Здесь фильтр разбирал, воздушный смотрел. Там Дайтона стоит, нулевик. Ну, можно сюда поролонку вырезать. Он, короче, как поролонка идет, а посередине квадратный такой и бумажный. Ну, это кава-фильтр они еще называются. По состоянию, ну, он прям в идеале. Даже непонятно, почему ценник такой. Как бы беспробеговые они идут по 250, но аукционные. На этот как бы без аукциона везем как 50 кубов. Так вот выглядит все. Лямбата. Зонт тут есть. Инжекторный он. Подножка боковая. Подножка основная. Так. Сейчас залезу. Где-то на двигателе тут должно быть написано, что это Suzuki. Как бы здесь ничего не крашеное. Единственное, он был весь такой в силиконовой смазке, ну, чтобы блестел. Не знаю, зачем так подготавливают жестко. Потом пыль налипает. Сидушка вроде как оригинал стоит. Ну, к сожалению, выбирал из нескольких мопедов. Этот на спойлере был, но у него состояние было лучше, чем у других, которые были с багажником. Так бы, конечно, лучше с багажником взял, практичнее было бы. Сегодня вот катался, видео по динамике разгона. Ну, дальше будут. Такой вот замок у него. Штатная сигнализация есть. Ну, он вообще такой же, как G, только это S-ка. Типа рестайл идет. Здесь вот видно все нетронутые болты. Вот так вот все выглядит. Ну, ищу по-хорошему багажник железный, нормальный. Грипсы здесь оригинал идут. Ну, я бы сказал по ним, что пробег около 30-40 тысяч. Хотя на дисплее у него показывает 12. Ну, скорее всего, скрученный пробег. Дисплей такой замыленный. Ну, это их болячка, сказали мне. Сейчас солнце сильное и вообще как бы плохо видно. Вот, я не знаю, на видео разобрать. Нет, это вот сколько я проехал, 56 километров. Вот 12 616, это его пробег. Включаешь зажигание, здесь сначала работает подсос, или как она, форсунка называется, и все, после этого можно заводить. Сейчас заведу. Заводится легко, работает тихо. Ну, состояние прям реально идеальное, то есть косяков таких, ну, я не знаю, как будто и нет. Аккумулятор здесь какой-то японский стоит. Я снимал эту коробочку. Здесь доступ к клапанной крышке. Легкий, удобный. То есть тут два болтика откручиваешь, клипсы нажимаешь, и доступ готов. Фара здесь диодная стоит. Единственный косяк был вот здесь вот, клеенный пластик ломанный. Они ввезены в Россию как 50-кубовые. Мопеды без ПТС идут. Ну, с ПТСом, как мне объяснил продавец, они и дороже как раз. Вот. Газомасляная вилка у него. Как бы никаких ни тресков, ни люфтов. Ничего нету, все проверял. Такая резина тоже спереди. Тоже Dunlop. Правда, она, по-моему, производство Тайвань. Дисковые тормоза односупортные.
Вот. 46-я неделя, 20-й год это передний, а задний 22-й год, там тоже 40 какая-то неделя. Ну, вот он взял везде типа 50 кубов. Так вот выглядит. Ну, состояние прям реально очень кайфовое. Наверное, ценник из-за того, что как раз он без ПТС идет. Это модель. С ПТСом они аукционные, я смотрел, ну, где-то 240 рублей стоят. Так что сейчас на нем прокачусь, ну, и видео вставлю. Ну, вот еще покажу, как штатная сигнализация работает. То есть руль блокируешь, как обычно. Горит такая кнопочка минуту-две. Ну, что сразу он не встанет на сигналку. Сейчас пока покажу здесь, что инжектор производства Japan. Так вот он выглядит. Здесь вот вариатор. Здесь поролонка, я ее помыл. Грязная очень была. Типа охлаждение вариатора. Ну и туда нельзя, чтобы пыль попадала. Пыль будет попадать, ремень быстро сдохнет. Ну, как бы сам недавно его взял, вот катаюсь буквально пару дней. Но каких-то косяков за пару дней не вылезло. Вот он встал на сигналку. Все так вот не работает. Начинаешь качать. Он, хоп, маленько пропищал. Ну, вот так работает, когда его начинают трясти. Ну, что неплохая сигналка. Думаю, спугнет таких воров, которые грузят там газели, уезжают. Так вот он по кочечкам идет. Дорога очень пыльная, а вилка у него обычная телескопическая. Надо будет пыльники на нее поставить. Я уже заказал, должны прийти недели через две. Надеюсь, до этого времени не ушатаю. То есть назад будет защита амортизатора заднего и пыльники передней вилки. Заехал, даже не почувствовал, конечно, но, блядь, какая дорога. Вот уже 80. Ну, как бы легко 80 набирается. Я думаю, 80 это его такая крейсерская скорость.
Ну что, разогнался? Ну как бы больше 80 на самом деле не...